А Фондово новости представляет 100 историй про удачу. Для меня, наверное, самая большая удача – это проживать день сегодняшний так, как мне хочется, наверное. Для меня важно и главное – это прожить жизнь так, чтобы она меня не поставила на колени. Чтобы я все-таки даже в самых трудных ситуациях находил возможность выхода и достойно выходил из нее. Для меня удача – это что я совместил два в одном. Это я совместил хобби и работу. Работа – это мое творчество, это мое хобби, это мое все. И самое главное, удача в том, что это не мешает моей семье, а семья не мешает моему творчеству. Вот это, я считаю, уже удача. Под лежачий камень не течет вода. Если ты ничего не делаешь, то удачи не будет никогда. Тем более мы, как женщины, должны понимать, да, что мы шея. А наши мужья – это наши головы. Куда шея повернула, туда и смотрит наша голова. Делитесь историями своих удач на телеканале «Афонтово новости».